Господь создал секс с определенной целью. Один мужчина, одна женщина, одна пара. А как же секс с собой? Это в Библии называется ронять семя? Не ронять, если собирать. Ну, все, все. Ты посмотрела те видео про аборт? Нет, нет. Ты все за меня напишешь. Почти на 7 сантиметров выше колена. К директору. Слышала, все говорят о вас Уэйдом. Он говорил, ты ему дрочила. Что? А вот извращенец. Нет! Элис, ужинать. Прости меня, Господи, я согрешила. Я смотрела, как люди занимаются сексом. Этот ретрит укрепит твои отношения с Иисусом. Элис, да? Милости просим. Господи, это Крис, звезда футбольной команды. Вы здесь в рамках плана Господня. Потрясно! Не забывай, Господь все видит. Все скажем Иисус Христос! Иисус Христос! Мы расскажем, когда чувствовали Господа. Меня бросила девушка, это было тяжело. Моя бабушка умерла. Господь не введет вас в искушение. Вот твой обед. Мы предлагаем друг другу все модели греха, прежде чем отказаться от них. Твой похоть. Все думают, что я шлюха. А знаешь что? Хватит притворяться. Тебе нужно внимание. А ты что творишь? Ты же знаешь, я завожусь с полуоборота. Правда в том, что все мы что-то скрываем. Я уже чуть не решилась на секс онлайн. Давайте относиться друг к другу с уважением. Этого ведь хотел Иисус, да? Нет. Черт, Рон! Успокойся, Гейл. Теперь я мокрая. Ну, не настолько же мокрая.